Никель. Проводник новых технологий в сердце Арктики. Мы выполняем цифровую трансформацию процессов. От разведки новых месторождений до поставки продукции. На каждом руднике мы создали центры планирования и контроля выполнения горных работ с управлением на базе искусственного интеллекта. Современные автоматизированные рабочие места – лишь верхушка айсберга. Главное происходит под землей, где развернута масштабная добывающая инфраструктура, обеспечивающая извлечение руды с необходимым содержанием металлов. Рудники провели интернет и радиосвязь, оснастили их видеокамерами, внедрили системы определения местоположения техники и персонала. Устройства передают информацию на поверхность в режиме 24/7. Так у рудников появились цифровые двойники. Теперь Норникель работает как высокоточный механизм. Умные алгоритмы определяют объем металла в руде, выбирая оптимальное направление выработки для каждой производственной задачи. Это позволяет нам устанавливать более точные и сжатые сроки поставки готовой продукции. Созданием центров планирования повысилась эффективность всей технологической цепочки Норникеля. Соблюдение направления ведения горных работ выросло почти в полтора раза, что в свою очередь позволило увеличить производство никеля и меди более чем на 3%. Кроме того, теперь мы можем прогнозировать добычу руды, строить долгосрочные планы производства. В режиме реального времени мы контролируем с поверхности работу самоходных буровых установок и отгрузку горной массы погрузодоставочными машинами. При этом система сама определяет, какой тип техники и какое ее количество нужно направить в конкретные выработки для выполнения необходимых операций. В области контроля выполнения горных работ изменилось многое, и теперь мы можем получать оперативную информацию о фактическом выполнении запланированных заданий в онлайн-режиме. Для подтверждения можем просматривать видеозаписи и показания датчиков движения. Также система передает нам данные о текущем состоянии оборудования и степени его задействованности. Раньше задания выдавали на бумаге, и оперативно изменить его было сложно. Сегодня мы получаем задание на бортовой компьютер машины. Если его корректируют, видим все изменения в режиме онлайн. Это стало не только удобно, но и исключает риски невыполнения. Цифровизация стала большим шагом к нашей общей цели – максимально эффективно получать чистые металлы, сохраняя уникальную природу Севера. Норникель. Ясные цели, продуманные шаги, чистые металлы.